Скажи «да». Что? Смотри, что там, камера, да? Да. Давай посчитаем. Ты же умеешь, да? Умеешь считать, да? Скажи «да». Хитрюга. Четыре. Смотри, смотри. Четырехлетней Виолетте сложно говорить, но позировать перед камерой девочке очень нравится. Кроме того, малышка очень любит танцевать. Но танцевать она может только на коленках. Полгода назад Виолетте поставили диагноз – детский церебральный паралич. Она сейчас не ходит сама, ну, за ручки активно, но у нее страх, нет равновесия, координации движения. Поэтому пока ходим за руки, занимаемся. Ирина рассказывает, что родилась ее дочь в срок. Однако после 7 месяцев ребенок перестал развиваться. И уже тогда нужно было делать кесарево сечение. Однако врачи не доглядели. Сейчас ей вот полных 4, а по развитию ей ставят 1,5 года. Даже в некоторые год ставят. Очень большое отставание у нас идет в развитии. 22-летняя девушка воспитывает ребенка одна. Она постоянно ездит с ней на лечение в Челябинск и Москву. Мы сейчас каждые практически 3 месяца проходим реабилитацию в медицинском центре «Сакура» в Челябинске. И там очень большие суммы запрашивают за лечение. Мы уже проходили там 4 курса, сейчас будет 5-й. И в 2015 году подняли также еще цены. И общая сумма у нас 214 тысяч. 97 из них оплачивает фонд, а остальные приходится искать самим. Еще хотим попробовать, если получится, в Китай полететь, потому что очень хвалят там лечение, все реабилитации. Дай бог получится. Принимаем лекарства, которые на речь очень хорошо у нас влияют. Буквально после каждого лекарства у нас новые слова появляются. Давно очень хочется ей за ручку наконец ходить. Так, ну, смотришь на других детей, у которых дети вот рядом идут, бегут впереди тебя, там. Одни мамы там кричат, чтобы они осторожнее были. Тоже очень хочется, чтобы она также впереди меня бежала, чтобы за ручку с ней ходили. Ну, девочку все-таки охота как-то с ней вместе по магазинам ходить, там, чтобы она сама себе что-то выбирала, там. Чтобы разговаривала со мной все-таки, там. Охота, чтобы... А хоть чтобы здоровье было. Да. Знает. А вот так вот она в любви, кстати, признается. И я тебя люблю, моя принцесса.